Егор, не тот результат, на который мы рассчитывали. Можешь дать комментарий по игре? Конечно, не тот результат, который мы держим у себя в уме. Если у нас в голове мысль выиграть чемпионство и мечта, да, такая, то мы должны двигаться от победы к победе и реализовывать свои моменты. В начале игры, если бы забили 3 мяча, которые можно было забить, то спокойно бы собирали 3 очка. Ну, то есть результат, скорее всего, из-за нереализации такой? Конечно, мы создаем много моментов. Одно дело, когда их нету, а другое дело, когда они есть, но мы их не забиваем. Так что все нормально, мы двигаемся в правильном направлении, думаем о следующей игре. Расскажи про свой выход на поле, что тебя просили тренеры, ты вышел в атакующую тройку. Нам сказали получать больше мячей за спиной защитников, что-то придумать в атаке, обострений больше, сделать больше ударов, чтобы забить наконец-то гол. Тебя долго не было на поле, можешь рассказать нашим болельщикам про твое самочувствие, вообще готов ли ты играть? Как мы видели, по матчу Торпедо готов, но в целом ничего не беспокоит ли тебя? Ничего не беспокоит, если я сегодня вышел, это говорит о том, что у меня все в порядке. Буду все больше и больше работать на тренировках, чтобы получать больше игрового времени.